сегодня будем совершать восхождение на гору Машук. Восхождение, кажется, в прямом смысле этого слова, потому что надо ползти наверх по ступенькам, потом пересесть на фуникулёр, доехать до верху. Вот. Дорога просто шикарнейшая. И очень удивительно, что это курортный район, почему-то тут грязно. А мы ходили в другой район, где просто живут жители, работают там туда-сюда. Там так чисто, а тут грязно почему-то. Мы не туда залезли. В другую гору мы полезем, немножко спустились. Дубль 2. Сегодня у нас восхождение на гору Машук. Первая дорога нам не подошла. Пойдем по второй. Она короче. А вон фуникулер уже, вон виднеется. Фуникулер. Мы идем туда. Кто все время жрет? Тот хомяк. 210 подъем. Нам. Нам в одну сторону же, да? Да. А обратно пешком поем? Да. Угу. Мы идем на посадку. Здравствуйте. Ой. Прям трамвай трамвайчиком. Коротыш. Трамвайка-коротышка. Мы туда поедем. Ну, задается. Вагончик тронется. Он разгоняется, шатается, мама дорогая. Быстро. Скоростной лифт. Райончик облазили, а вот там мы не лазили, там какой-то частный сектор, да? Да, там. Опять там пропасть видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вашу бесплатную мини-фотографию вам сразу распечатаем. Сразу ее с собой заберете. Бесплатная же. Бесплатно, давай. Одна бесплатная мини-фотография. На память. Она вам дается одна на семью, либо одна на компанию. Какая прелесть. Глинтвейн вот у молодого человека очень вкусный. Будем сидеть и вот тут пить. Глинтвейн просто шикарный. Стоит он, конечно, тоже шикарно, но он того стоит. Из домашнего вина. Вообще просто огонь. Это один из самых вкусных глинтвейнов, который я пила. Отсюда кажется, то, что там прям лед, ледники, там туда-сюда, так это все блестит. Пятигорск, кстати, сверху кажется очень большим, оказывается. Вот такой стаканчик глинтвейна. 200 даже миллилитров стоит 250 рублей. Вот так вот. Пойдемте искать Казань. Указатель на Казань посмотрим. Смотрите, какая красота. Вот тут-то хочется шарф-то одеть. Мне кажется, здесь Казань. Пенза есть, Тула есть. Угу. О, Казань! О! 1370 км. Когда... Отсюда выходить не хочется. Просто шикарно вообще. Смотрите. Смотрите, какая красота. Зелень. Солнце. Снег. Каменные дорожки.
клубы или ели. Карта горы Машук. Это трасса для экстремальных маршрутов. Символ. Пятигорска, Орел. Я могу им дороги сделать не скользкими. Мы залезли в такую грязюку. Здесь есть район, квартал, как у нас в Казани. Озеро квадратное, вот там. Имеется, все на месте. Гора Мохнатая, гора Биштау, Козьи скалы. Вышка? Да. Это телевизионная вышка. А здесь камни скользкие, мы стоим прямо на камнях. А это получается не солнечная сторона, тут все зима, считай. Да, клево. Тут, наверное, сейчас холодно будет. Тут вот такая еще площадка. Рамочка, мы ее не сразу заметили. Какая милота. А вот там арка любви. Сейчас мы туда тоже сходим, пока там народу нет никого. Ты пока тут в очереди стой, я пойду там сниму возникнуть все. Арочка любви. Тут себе все это видит. Еще одна обзорная площадка. Мы опять под любвинчиком. Шикарный вообще любвин. Шикарный просто. Обалденно. Чтобы согреться в самый раз. Это я сейчас фотку сюда прикреплю вам. Это так на видео не поймешь. Это надо Жорика включать. Вартанова. А сейчас мы будем производить схождение с горы. Да. Схождение. Кто-то проводит восхождение, а мы проводим схождение. Схождение как-то не звучит. Кстати, мы не одни такие. Опа. Наверное, не схождение, а спуск. Нет. Спуск горы? Нет, пускай будет схождение. Пусть будет схождение. А вот они, смотри, надо с них пример брать. Да, мы все палки легче. Палки им легче. Блин, все равно красиво, вообще шикарно просто. Северная сторона, солнце не светит, снег лежит. Как вы думаете, вот... Мама упорно думала, что вот это туалет. Взяли еще глинтвейн. Вот в этом кафе приготовлен неправильно, вино перегретое, не такое вкусное, как наверху, не рекомендую. Зато бесплатно сходить в туалет. Танцуй, мама! Мы забыли засечь. Да. Во сколько мы вышли? Да. И без шапки. И без шапки. Кто-то, да, без шапки. Сюда там, я не пойду, я не смогу. И это, как хорошо, что тут по вот этому серпантину, который 35 километров, по пути есть кафе. Да. Да, мамочка? Веселящая. Нет, это допинг. Это допинг, чтобы спуститься. С живыми и здоровыми. Да. Потому что пьяным ничего не бывает. Нет, тут просто горячий напиток. Зачем ты будешь? Ты там... А, чтобы не замерзнуть. Да. Да. Но тут я бы так и не поехала, конечно, на машине. Тут потому что вообще пипец как скользко. Надо было засечь. Надо было засечь, блин, вот как мы вышли. Во сколько мы вышли? Да. Ну, в общем, нам бы главное спуститься, во сколько нам. На жопе нам бы главное. К 7 уже в театр. Сегодня что ли? А сегодня, да. А, ну время. А, все. Надо еще покушать. Успеем. Да. Успеем. Да. Я думаю, что да, иди сюда. Я забыла, что у нас сегодня театр, честно говоря. Ой, ты что? А мы что, веселые, что ли, пойдем? Семь или? Да. Давай. У нас есть песня. Песня. Для вас. Для вас. Шапор. Да. Три, четыре. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать вместе хором, лучше хором, лучше хором. Сколько?
Полька, песня, перепелка, перепелочка. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором. Лучше хором. Обратите, пожалуйста, внимание, там вот было все снежное, дороги, а тут, видимо, днем было солнце, и прям асфальт, вообще комфортно идти, красота. Мы, значит, огибаем гору вокруг прям. Да-да-да, прям вокруг. Круто. Нет, смотри, как не вокруг. Вокруг. Нет, ну мы под фуникулером не пойдем, если мы сейчас заворачиваем налево. Орел. Пятигорск полетел. Символ Пятигорск летит. Ты видел его? Да. Мы видели. Кроме нас больше его никто не видел. Ну, видать, сюда попадает солнце. Да, ну, значит, да. Смотрите, тут еще, знаете, что классно? Через определенное количество метров достаточно часто есть мусорки. Вообще, мусорки — это супер вещь. Да. Еще бы скоро бы кафе, чтобы было. Сейчас опять идем, видимо, на сторону, где нет солнца. Это вообще что-то я не понимаю. Вот этот крутой. Вверху голова. Горный был, горный, да. Сверху молотов. Обрушилась за половину метра. Ну, может быть. Вот его ноги, вот одна нога. А вот это еще нравится. Это нога. Ага. Вторая нога. Ага. Застежка. Вот, да. Че, не дотягиваешься? Голова. Как могу. Вот. Да. Горн. Там костер. Ну, как-то так. Молодец. Мне кажется, мы еще даже половину не прошли. Ну, вас... Судя, да. Нам еще идти, судя. Мы даже, слушай, мы даже тех старичков еще не обогнали. У нас настолько... не догоним. У нас настолько была длинная остановка, что тех старичков, мужик, который не хотел фоткаться со своей женой, они умотали, блин, со своими палками. Так вот старички-то. Ну, старички-то, мы с мамой старички. Интересно предположить, что сюда приезжают делать. Оп-оп, заехали, раз-раз развернулись, поехали. Окей. Нам сказали, что нам еще спускаться 2 километра. Получается, мы прошли на данный момент 3 километра. Осталось еще 2. Мама готова. Снежок спрятал в карман по-любому. Да, вон, вон, смотри, что делать. Давай, давай. Я просто стояла на месте, пила глинтвейн. Просто на месте стояла, могу вот так. Один хрен не попасть. Да-да. Но GoPro не очень видно. Там вот есть солнце. Там солнце есть. А тут раз тянет горы и нет солнца. У нас вот тут сейчас холодно, прохладно. И видите, какая ледовая дорога? Скользко, вообще безумно просто. Мы идем вот по краю вот тут. А там солнце, а тут нет. Очень круто вообще. Матушка природа, красотка. Смотрите, какая красота. Блин, прям скала. Это все по дороге вниз. Это схождение с Мушука.
трудно завязывать бантики. Попала все-таки. Ты понимаешь, что ты в Женьку попала? Это Женькина камера, ты прям в камеру попала. Ты Женька. А я еще должна. Короче, тут у всех разные глазомеры. И оказывается, мы прошли только половину, а вообще не 3 километра никак. Нам, в общем, еще спускаться столько же. А учитывая, что нам еще надо поужинать и успеть к 7 часам в театр оперет. И карт тут не ловит. Хорошо, что я билет взяла с собой. Молодец. Молодец. Мама молодец. Мама молодец. Опять пошел теплый склон. Потому что опять асфальт, опять комфортно идти. Льда нет почти. Машины спокойно проезжают. Вот. Мусорка уж. Как обычно, мусорка. Прекрасно. Просто вообще молодцы. Просто плюс 100 к карме. Тут иногда просто земля, а иногда прям вот, ну вот прям скалы-скалы. Такие ровные камни. Мы пофоткались там в одном месте. Клёво. Самое, что еще молодцы, урны все пустые. Они их реально меняют. Меняют, чистят вообще просто. Вот в этом месте гора прям чистейшая. Но не так, как было в начале. В начале вы же видели, что прям было все грязно. А тут, видать, какой-то сокращательный путь. Я так разогналась, тут, кстати, да, опасно. Я просто сейчас иду по льду ради успешного кадра. Корни, камни, камни, корни. Корни, камни. Корни в камнях. Вот, правильно. Или камни в корнях. Вообще очень круто, блин. Там она тут живет по-любому. Какая-нибудь живность. Тут тепло вообще прекрасно просто. Зима, а мы в осенних куртках. И вообще просто прекрасно. Мама вообще без головного убора. Я в платке. И в шубе. Да. А я в шубе. Я в шубе, которую мне подарил Ми. Да. Любимая. Поэтому она теплая. Да. Спасибо, любимый Ми. Да. Ты такой прекрасный. Я тебя очень люблю. Это закат, мы наблюдаем с горы Машук. Боже мой. Какая красота. Только посмотрите. Сколько золота, сколько благородства. Это все Россия. Пошли. Ах, вау. Вообще. Золото. Сюда ну, должна быть. Сейчас давай сфоткаем. Это видео. А, вы видите? Я это устаю. Это на самом деле видео. Смотрите, какая крутая. Мы вообще вовремя поехали на горы. То есть нам спуститься осталось еще чуть-чуть. А солнце все село. Нет солнца, все. Сейчас дорога. Ой, извините. Я как обычно икаю. Нет. Ой. Я просто вспоминаю, это ужасно. Да сколько можно? Ой. 210 рублей за подъем. Это стоит того. И бесплатно спуститься 5 километров по серпантину. Это тоже стоит того, мне кажется, тут летом грибы есть. Я вот... Блин, я бы сюда залезла летом, честно слово. Ой. Че ты ржешь? Ты думаешь, это легко икать, блин, часто. Мать, блин, идет и ржет надо мной.
А мы с этой горы спускались каким-то образом, непонятно каким. Москва открыть около вот этой штучки. Потом в интернете посмотреть, что это такое. Просто времени уже много. Надо еще поужинать. Уже все в спешном темпе. Да. А, бегу! Бегу! Побежать! Да. Что дают? Кого? Куда? Ужинать! Мама, ужинать! О, тут какой-то ход секрет. Секрет. Уж холодно стало, мы все еще не спустились, блин. Я не знаю, тут еще идти, блин, и идти. Все 10 километров, а не 5, как говорят. Точно не 5. А в принципе, вот смотри, мы вот отсюда отъезжаем. Мы уже считаем, тут недалеко же, мы уже у этого. А что, куда нам идти-то? Вот мы отсюда уезжали, на та дорога. Какая красота-то вечером вообще. Местные говорят, кто наверху работает, что когда туман и когда плохая погода, ветреная, туда никто не ездит, а очень зря. Очень круто посмотреть. Мы фотографии видела, как это. Ты на горе стоишь, а внизу тебя все в облаках. И города не видно, это тоже как бы незабываемо. Я это никогда не видела такого еще. Очень круто. Прям вообще шикарно.